вот, девушка, которая хотела петь, идите сюда к нам. Значит, у нас сегодня в гостях Дмитрий Тарасов, музыкант, певец. Вот, и мы бы хотели открыть наш бал. Бал наш уже традиционный. Мы проводим вот этот березовый вечер уже в четвертый год. Сюда. Четвертый год проводим. Это ваша вот мама, здесь, да? На этой площадке около памятника Сергею Васильевичу Рахманинову, замечательному русскому композитору. А березовый вечер, праздник через Дня Святой Троицы, поэтому у нас дресс-код зеленый, платье, зеленое платье и зеленые ленточки «Христос воскресе» на молодых людях. Очень радостно, что столько дам пришли, соблюдя дресс-код. Вот. Ну и, собственно говоря, хотели бы открыть бал. Дима хотел сказать слово в честь Дня Святой Троицы и пропеть тропарь. Можно начинать, можно. Да? Ну, чуть подальше можно, не прямо в упор. Очень комфортно, когда в упор. Ну что ж, дорогие друзья, как вы знаете, сегодня большой 210-й православный праздник, День Святой Троицы, или еще его называют Пятидесятница. Итак, День Святой Троицы считается днем рождения Церкви, сообщества верующих, во главе которого незримо стоит сам Христос Спаситель. Днем же Святой Троицы зовется этот праздник потому, что с этого дня открылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять три лица единого Бога – Отца и Сына и Святаго Духа. И, как водится в праздник, обычно исполняется тропарь и контакт праздника. Сейчас мы... Тропарь. Сейчас будем петь тропарь, да, Троицы. Кто желает, кто, допустим, знает, что он поет, кто тропарь в храме поет, или можете встать к нам, присоединиться. И, да, текст вот смотрите сюда. Благословен еси Христе Боже наш, еже премудры ловцы явли, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюб чеслава тебе. На одной ноте. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. И кондак. Еда снишет языки свия, разделяши языки вышни, егда же огненные языки раздаяше, соединение все призва, и согласно славим Ты Святого Духа. Спасибо большое за внимание. Ну... Вот. И еще хочу завершить стихами. Короткое стихотворение, посвященное тоже Дню Святой Троицы. Ну не стойте, пожалуйста, перед самым упором. Пожалуйста. Там очень хорошо получается обычно. Нет, ну как хорошо, перед самым. В светлый день 50-й, как воскрес Господь распятый, Дух Святой на землю сходит, благодать с небес низводит. Людям Троица открылась, Сын, Отец и Дух Святой. Все творение осветилось неземною красотой.